Сегодня мы посмотрим на шпульки для вышивальной машины и определим, какими из них следует пользоваться, а каким нет. У нас представлена шпулька Janome, шпулька Brother, которая идет в стандартной поставке машины, и китайские шпульки No Name, которые можно купить в любом магазине швейных принадлежностей. Попробуем сначала шпульки взвесить. Вес китайских шпулек отличается друг от друга. Померяем рабочий диаметр шпульки. От этого зависит, как точно она будет сидеть в челноке машины. Разница в диаметре китайских шпулек доходит до 5 микрон. Шпульки Janome изготовлены идеально. Высота шпульки. В шпульках Brother отклонение не более 5 микрон. Шпульки Janome всего лишь 3 микрона. Человеческий волос порядка 5 микрон. И вот Китай. Очень низкая точность изготовления шпульки по высоте. Качество рабочей поверхности. На гладком стекле айпада джаноновская шпулька лежит идеально. Шпулька Brother также достаточно устойчива. Китай. Вы можете подвигать ее пальцами и убедиться, насколько неустойчиво она стоит. Точно так же она будет болтаться в челноке вашей вышивальной машины, и вы услышите характерный звук стука шпульки в челноке. Итак, Janome – идеальное сочетание веса, качества контактных поверхностей. Brother – эта шпулька идет в стандартной поставке, вы без проблем можете ей пользоваться. А вот этими шпульками пользоваться нельзя.